5 расположен по адресу 4-я Заречная, 4 как 3. Девушка, да. 17-23. Туда или туда, давай кинь. Thank you.
Сука, замёрз, что ли? Закрути сзади, а! Замёрз, видно, баллон. Ага, всё. Спасибо. Все подряд, короче, надо раскидывать, закидывать. Вот эти стенки. Вон там вот сейчас надо будет добраться, блядь, ковырнуть. И в стене он горит. Ну это да, лучше выбирать, чтобы на голову не село. Во! На бошку сядет, блядь. На дальний? На дальний, да, в это, на территории. Надо человека, Влад, того же страшно. Рома! 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 Айда на гидрант! Дальний один! На дальний один, знаешь, гидрант? Там потолок есть, можно туда встать? Нет, нихуя. Мое тут захламление какое. Там еле живое. Ты на связанном в железе ходишь. Ваня! Ваня, ты сейчас провалишься. Да я по железе. Блядь, провалишься эти кресты. Уходи оттуда. Не надо ли снимать, нахуй. Мы здесь видим все и так зальем. Уходи, уходи. Провалишься, может, поломаешь что-нибудь там. Уходи назад. Я тебе говорю, провалишься, там прогорело все. Назад отходи. Сейчас. Уходи, уходи, я говорю, блядь, я тебе отвечаю, провалишься сейчас. А меня, сука, упадет, не лазь. Не лазите здесь. Здесь все, доступ есть везде, не надо крышу разбирать. Новый я, блядь, с этого. Первого, да? Четвертого. Я по НК пятый. Да. Андрюха меня. Мы с вами, видишь, не видимся ни хрена. Я в четвертом просто подменился, блядь. На юбилей ездил. Народу нету, говорит, блядь, отгула никак тебе подменять. Ну, вышел. Подмены. Так, тут старый. Меня Влад зовут, Андрюх. На приеме 12. 12, забери бойца с гидранта 55-й части. Шестнадцатый, 12.
На автомобиль передай. Здравствуйте, Сандрична. Здравствуйте, забери бойца гидранта. С первого караула к вам Виталька перешел. Он сейчас в этом. В отпуске. А. Все, ладно, вот. Давай, ага, удачи. Поехали, мы в Урал. Что, в натуре сломались? Да, тормоза, юбки. Я думал, он прикалывается. Вадик, вот тут ветку не надо ломать, ничего. Не дымит же, видишь, ничего, я не знаю. Дымит там что-то. А там печка стоит горячая просто. Сейчас на раз еще обличься. Да, и все надо. Хозяевам сказать надо, чтобы смотрели ночью. Здесь не это. На трубе на этой. Мешает. Прям не горело весело. Всю банька так горит интенсивно, блин, такую из такого говна налеплено. Да она говорит, что вот мужик подходил, говорит, она говорит, что в моменте вспыхнула, хлопнула. Что? Так а там? Ты видел на крыше солома, блядь? Купана, один. Тут одна сарай, вторая сарай, баня. Давайте, короче, Ромка, это, все помещения еще намочите сейчас, оттуда начиная, и просто все подряд намочили.